Вот. Я максимально отдалю сначала. Покажу, в каком формате выглядит этот объект. То есть я вижу светящийся объект, который существенно ярче других звезд. Вот. И относительно Солнца, если посмотреть назад, он находится в диаметрально противоположной точке. Вот там вот у нас закат. Вот. А здесь у нас этот объект. Я полагаю, что, скорее всего, это Юпитер. Я больше чем уверен, что это Юпитер. Вот. Потому что по существующим представлениям из карты звездного неба онлайн, вот, Юпитер как раз находится в диаметрально противоположной стороне относительно Солнца. И вот что произойдет, если я его приближу. Вот я его приближаю. О, так, чуть-чуть отдалим назад. Теперь приблизим вновь. Не, это отдаление. Приближаю. И что мы видим? У этого объекта... Ой, не могу, да, сфокусироваться. Так-с. Надо сфокусировать его сначала в центре. Так, отдалю. Отдалю его еще чуть-чуть. Так, еще чуть-чуть отдалю. Ага, вот оно, в чем дело. Нужно, чтобы прежде чем приближать, чтобы он был строго в центре. Итак, теперь приближаю. Приближаю. И что мы видим? Вот. Тут у нас 4 объекта находятся буквально на одной линии. Это есть не что иное, как галилеевские спутники. Ух ты, там что-то промчалось. Вот, параллельно с этим. Вот. А теперь я их еще приближу. Вот. Вот так вот моя любительская камера отображает эту планету. Это реально планета с 4 галилеевскими спутниками. Вот. Она выглядит такой вот красненькой. Вот, ну что поделаешь. Моя камера несовершенна, но сам факт того, что она может видеть, доставляет мне большую радость.